другим происшествиям. Сотрудниками полиции была раскрыта кража с банковского счета. Оказалось, что 60-летний житель Сольвычегодска пригласил к себе домой товарища, где они совместно распивали спиртное. Воспользовавшись моментом, когда хозяин квартиры потерял бдительность, гость достал из паспорта потерпевшего банковскую карту и пошел отовариваться по магазинам, расплачиваясь бесконтактным способом. Подозреваемый, по словам стражи порядка, совершил 17 покупок на общую сумму 6 000 рублей. Брал продукты питания и алкоголь. Опустошив карту, 46-летний злоумышленник выкинул ее на улицу. Сейчас он во всем сознался и дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело кража с банковского счета. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.